Всем привет, ребят! Испытание в планшетах Куб i81 на игрушки. Я думаю, что вы не пугались этого чуда. Картинка чуть-чуть, конечно, оказалась крупноватая, но я думаю, все будет удобно. Вы увидите и так вживую игру. Все. Оказалось, он действительно, ну, тяжеленький. Вот если взять телефон и с экраном 5,5 дюйма, то я так думаю, вы увидите их отличие. Сколько их оказывается? 4 штуки, чтоб месяца. Ну, ребята, и включаем игру сразу. Давай. Асфальт экстрим. Есть. И попробуем погоняться немножко. Игра в бой. Гироскоп, кстати, здесь, или акселерометр справляется классно. Затормозили, идем сюда, давай. Опа, давай. Ну, конечно, с такой лопатой чуть-чуть абсолютно неудобно, но я думаю, если в комфортных условиях будете играть, то все будет вполне идти удобно. А есть сюда. Будем пробовать. Давай. Есть. Включили турбо. Ну, конечно, он конкретно тяжелый и чуть-чуть тяжеловато играть, если честно, ребят. Что динамик один у нас в нем все-таки оказался. И хотя впечатление, что типа их два есть. Но я так думаю, вы первую игрушку, что вы увидели. Включаем дальше, естественно. Есть. Я вышел отсюда и включу вам вторую игрушку Real Racing 3. Что тоже актуальная игра. И чтобы вы увидели просто, как справляется он с играми. Включается. Первый раз, по-моему, я включал ее. Но я так думаю, вы же все увидите, ребята, о нем. Что, в принципе, в планшет. В чем прикол, что стоимость $90, а спинка-то вся из металла, из алюминия, что действительно это круто. За такие деньги, что в принципе офигенный, и крупный оказался здесь экранчик, корпус из металла, сим-карты 2 у нас идет, что в принципе супер, что действительно все классно. Так, что включается игра, пока что я извиняюсь, конечно, но хотелось, чтобы есть. Включилось все. Здесь нам плюс. Нажимаем для продолжения. Наклонили влево, наклонили вправо. Есть. Ну, и попробуем, ребята, погонять немножко. Давайте сюда идем. И пошла жара. Включается. Есть. И давай. А. Если бы еще и включалась здесь турбо, я в асфальте, думаю, было бы поинтересней. Но в принципе игрушка летает абсолютно, если честно. Я не знаю, что там с установками. Но в принципе в телефоне оперативки оказалось только гигабайта 16 из постоянных и процессор и какой-то МТК. Потому что первый раз я услышал о нем. Так что я не знаю. Но в пока все оказалось красиво и плавно идет, ребята, в принципе все классно. Есть, идем дальше. Так, что спереди итальянец едет, если не ошибаюсь по памяти, или француз. Я, конечно, не знаю, что я могу ошибаться, что там у них похоже логи почти. Почти только там синее, там зеленый идет, если не память не изменяет. И сюда. Давай! Успел. Ура! Что видите, все-таки я постарался и оказался вторым. Есть. Что гонка завершена. Ребята, идем дальше. Так, опускаем экранчик. Есть.
Я отключаю игру и включаю, естественно, комбат. Думаю, всем тоже интересно, типа, или включится, или справится он с ней. Что, ну, лопата действительно такой, он тяжелый, но тоненький, что компактный аккумулятор, что в принципе оказался около 6000, ну что пишется. Но в использовании, я так думаю, где-то на около 2 фильмов хватит. Дабы глянуть вам, что полностью, я имею в виду. Идет, что видите, все-таки ощущается, что слабенький оказался здесь и процессор, и что оперативки гигабайта, из-за этого чуть-чуть все-таки тормозит. Так, попробуем играть. Есть. Ну, ребята, давайте. Так, вопрос на засыпку. А где звук? Сейчас давайте сделаем одну штуку. Я думаю, я в курсе, в чем причина, что я включил все, я все вместе, и по идее должен быть звук. Все равно думаю, да, если видите, что звук все-таки включился. Ну, если честно, играть здесь, это просто жесть. Блин, очень неудобно. Абсолютно неудобно, я так думаю, здесь оптимально бы играть с какими-то аксессуарами, которых у меня нет. Несчастью, ну, идем дальше. Что он действительно тяжелый, и для таких игрушек, я не знаю, ребят, как. А в чем плюс? Ну что, типа, из спортзала считать, что бесплатный будет вам походить. Смешно сказал, конечно, но это факт. Так, есть, пошло. Давайте сюда. Есть. Есть, ребят. Ну что, окей. Есть. Давайте, ну. Есть. Этих выкосили. Идем дальше. Если еще, то пишите в комментариях, что интересует, то я попытаюсь, что планшет у меня еще будет где-то в течение 2 дней, чтоб я вам впечатление описал о нем сразу. Лови пост. Есть. Идем сюда. Опять пацаны приехали. Есть. Есть. И ждем с автоматом вторых. Есть, убрали. Садимся сюда. У нас компания. Давайте скажем компании привет. Чопперу. Так, извиняйте за этикетку, что, ребята, что я вам говорил, что типа, все телефоны, что у меня идут, они для продажи, и поэтому я не снимаю этикетку, чтобы в комментариях там не писали, сними пленку. Я так думаю, что вам интересно, что, как справляется с игрушками он, а не пленки он будет или вес, чтобы знаете, типа, заканчивается, ну, что спорят там и со мной рассказывают, и оскорбления идут в самую сторону. Что, ладно, за заикание то я еще терплю, но за все остальное это, ребят, что все мы люди тоже. Есть. Ну, я попробую его сбить. Ну, впечатление, конечно, я так думаю, оказались у меня аксессуары, типа джойстики какой-то, то оказалась бы тема. Ребята, что экран здесь действительно супер. Вообще. Что впечатление есть. Все. Есть. Это включили, отключаемся. Опять. Ну, конечно, здоровый он, действительно здоровый. Включу игру Geometry Dash.
сразу, чтобы испытали экранчика. Есть. Ой, опять такое было. Есть. Ой, ну, я попытаюсь еще раз. В курсе, что игра не совсем динамичная, чтобы отвлекать время ваше. Ну, так, ребята, ну, баню, что я такие игры я не люблю, обманывать не буду. Поэтому отключаю и сюда я попробую, чтобы вместился в камеру, что действительно в конкретно большой, опять-таки, чтобы вы увидели сюда раз и 5-дюймовый телефон мой. Вот он. Сколько их штук по месяца? Штук 6 или 7, я так думаю. Всех вместе. Звук есть, динамики сразу, чтобы мы даже может, услышите. Есть. Есть. То есть мы есть. Сюда чуть-чуть отодвину назад, лучше было видно вам, как оно все, что динамики здесь громкие идут, кстати, звучат обалденно. Ай. Ну, итак, я так думаю, вы, ребята, все увидели. Я уже здесь останавливаться не буду, что, в принципе, типа, впечатление первое о планшете обалденно, все классно. С игрушками справляется классно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока.